Всем доброе утро. Сегодня 14 февраля. Многие в нашей стране не любят и не празднуют этот праздник, но многие празднуют. Я этот праздник люблю еще со школы, когда у нас ставили такие почта Валентина, да, скидывали все свои валентинки друг другу. Это было такое интересное, интересное время, интересные такие ощущения прикольные такие. Вот. И смотрите, какое у нас сегодня солнце. Я Рыжику здесь предлагала полежать, он полежал 2 минутки. И все, он, короче, знаете, что делает? Вот видите, треугольник этого света, он теплый, он так встает. Вставляет так на него лапками и тянется к солнышку. Потому что он такой теплый. А здесь сидеть не хочет, один боится. Хотя здесь такое, я бы сама тут сидела, честно говоря. Мягонько, солнышко. В окошечко смотришь. Красота. Джонику, как обычно, что-то надо. Но при том, что, кстати, что здесь светит солнце. Из окошечка, так сказать. У нас дома не тепло. У нас дома достаточно холодно. Я тут пыталась топить печку, у меня опять все прогорело. Практически. Будем подкидывать. Температура вообще не растет. Чтобы дома было тепло, температура в батареях должна быть где-то 60-70. Тогда будет тепло. 40 это вообще холодно еще батарея, считай. Как-то у меня сегодня печка меня, честно говоря, не хочет слушаться. То ли я какие-то сырые дрова взяла, то ли что. Не забывать подкидывать. Что ты опять ноешь? Ноет и ноет. О, у меня же голова закружилась. Дула, пока печку раздувала. Так. Че, пойдете гулять? Вечные гулины. Гулякины. Гулякайте. Вообще, на сегодня я не знаю, какие планы по поводу празднования этого мероприятия. Я люблю, говорю, этот день, этот праздник. Кто бы что ни говорил, что он там не наш, не российский. Ну, пускай не российский. Но суть-то сама красивая. Праздник любви. Правильно. Поэтому я думаю, любовь это одно из лучших чувств. Лучшее чувство на планете. На этой земле. Поэтому. Что бы вы и не отметить иногда. Вот. Сейчас подумаю, что делать. Райан! Ко мне! Быстро зашел! Джон, ко мне! Ко мне! Джоник, ну что, 33 раза тебе повторять надо. Потом почему бы не отметить? Но в любом случае надо сначала убраться в доме и привести себя в порядок. Вот это. Сейчас задача номер 1. Вечерело. Я успела поплакать,
успела съездить в Глобус. Много чего успела сделать. Даже успела подарить... А чё они такие маленькие? Даже успела подарить мужу открытку. Вот такую вот люблю. Смотри, что тебе. Сейчас ты с этим... шоколадом. А муж мне... Что это, подарок? Сок любви. А муж мне приготовил ужин. Рольчики. Вообще так мало. А я купила вот такой вот чизкейк. С овощами, хотел сказать. Чизкейк с фруктами, с ягодами. Твои любимые. Ой, запеченные. Как ты любишь? Вот такая. Бензинка. Конечно, я думал, что будет больше. Рекламы-то, рекламы. Угу. Понапихали. Что это за реклама? Закажи набор со скидкой прямо сейчас. Вот этот взял? Нет? Нет, это не он. А, это вот, в даты будет. Вот этот вот набор на 23-й. Мы Валентинку едим. А, вот эту Валентинку, да? А где магнит в подарок? Где магнит в подарок? Какой магнит? Не знаю. Какой магнит? Где магнит в подарок? Пикачу какой-то. Нету Пикачу. Короче. На Пикачу меня кинули. Ну, будем кусать. Я еще купила себе и Коле без алкоголя. Я сегодня просто очень сильно подорвала свою спину, потому что ехала в автобусе стоя. Никто мне не уступил. Там ехали практически одни мужчины. Это не имеет значения. Поэтому мне стало очень обидно, досадно. У меня заболела спина. Я, походу, повредила себе спину. Возьми, пожалуйста, открой. Ну, подорвала, так сказать, спину, наверное. Потому что она болит у меня. Ну, Коля мне в честь Святого Валентина и в честь того, что он не смог меня свозить сам. Такие маленькие палочки. Экономят на палочках. Бамбук растет на метр в день, а они экономят на палочках. И он мне пообещал сделать массаж. Какой массаж? О, видите. Ну, зашибись. Уже съехал. Ладно, кушаем. Так, запеченные. Это один вид? Нет, нет, это два вида. А вот эти открой, пожалуйста. Валентинка. Тут состав: Филадельфия Васага, Калифорния Васага, лосось, уноги и что это, румяный. Что это вообще? Пробуем. Всем приятного аппетита. С праздником. И с праздником. Хотя некоторые тут не любят праздник. Да. Все равно с праздником. Это главное.